Друзья, всем привет! Сегодня я покажу, как играть песню «Мото Люди». Я сначала ее сыграю в оригинале, затем покажу элементарные простые аккорды. Поехали! Я верю, день этот настанет, ебой. Я верю, день этот придет, no. Когда прям каждый иностранец друг друга братом просто назовет. В мире среди злобы и судей, в мире среди призрачных дней, я прошу вас, люди, оу, люди, чуть добрее будьте вы, в мире среди злобы, судей. Я прошу вас, люди, чуть добрее будем. Люди вечно что-то друг с другом делят, но миром не деньги правят, а любовь, Если люди вдруг ни во что не верят, то значит поверить надо в любовь. Люди верят, миром правят или деньги, или слава, или кто-то там, ты не знаешь сам, увы. Будь уверен, моим миром правит лира, не рапира, и немножечко, хотя какой дофига души. Поверьте все мне, оставьте зло вне, на старте важнее, с кем был ты в огне. Любил ли людей, растил ли детей, любовь и сильнее. Эй вы, люди, вы молите своим богам на небе, но верите ли в это вы? Эй вы, люди, вы просите все время о любви, но любите ли правду вы? Люди вечно что-то друг с другом делят, но миром не деньги правят, а любовь, Если люди вдруг ни во что не верят, то значит поверить надо в любовь. Итак, ребят, перебор здесь можно играть такой: большой палец играет бас, затем играете третью струну, первую, вторую вместе и обратно третья. Значит, аккорды такие: АМ, Е, С, Д, Ф, Е, АМ, С7, Ф, Е, АМ, Д, Ф, Е. И в конце вот играется вот такая фишка. То есть после каждого куплета, бриджа и припева, и в конце играется вот в упрощенном варианте вот такая фишка. Еще такой небольшой нюанс: вы можете также играть тот же перебор, но сделать с щелчком, получается. Бас, аккорд, щелчок и аккорд. Более сложная гармония играется так. Далее. Здесь можно либо С, либо АМ взять аккорд, все равно. То есть вы играете, когда уже куплет и припев. Сначала идет АМ. Или можно вместо С аккорд АМ сыграть. Далее идет Д, F мейдж. Его также можно здесь взять. Или здесь можно сыграть. Далее я играю вот такой аккорд.
припев. Вместо этого D9 можно D сыграть. Еще раз припев показываю. Не забываем подписываться на мой канал, ставить лайки и писать комментарии. Всем пока, до новых встреч!